Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, одет. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалея ногтей, и черта оправдают, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят беде, стоящие за совесть и уперты за честь. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. В темноте пала звезда за горизонт. Ну а что, если каждому нужен отдельный подход? Ведь этот вроде бы соврал, но покаялся прям вслед. Этот вроде бы воровал, но исправился в момент. Этот с виду нахал, наплевал на всех. А поговоришь нормально наедине. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы лгать, пуская в глаза пыль. Другими всем казаться, подбирать плотней. После навытворять, так что крыша в огне. И есть два типа людей. Другие никогда не подставят друзей. Не скажут за себя, не утушат в ответ. Смотри, не разорвись, между ними ее нет. Будь готов, наверняка настанет тот миг, когда ты останешься здесь совершенно один. И те, на кого ронялся, набили кошельки. И вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути. Чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы впрямь тебе до конца верить. Берутся помогать, не замечая потерь. Их совесть чиста, как слеза матери. Два типа людей. Они могут прощать даже самых зверей. Те этим поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись, между ними юнец. И есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей. Идут по головам, не жалея ногтей. И чёрта оправдает, лишь бы оседлать цель. Двое!